Транспорт – это артерия и одно из основ экономики любого государства. Тем более, повторюсь, она важна, когда объединяются в рамках единого государства. Два государства объединяют свои экономические потенциалы, трудовые потенциалы. Поэтому транспорт будет играет и будет играть еще большую роль. Министерство транспорта Российской Федерации признательно белорусским коллегам, действительно, во-первых, за приглашение на транспортную неделю. Скажу сразу, что коллеги приняли ответное приглашение российское, потому что у нас первая неделя ноября, российская транспортная неделя. Считаю, что площадка подобного рода – это хороший форум, это хороший способ пообщаться, увидеть действительно и логистов, и транспортников, причем все виды транспорта здесь представлены. С другой стороны, услышать современные тенденции, услышать регуляторику. Для встречи российских и белорусских компаний – это тем более важная встреча, в рамках совместных мероприятий, которые Минтранс России совместно с Минтрансом Беларуси проводит, ведь оба правительства обоих государств проводят в рамках союзного государства. Кроме того, что это действительно повод встретиться, сверить часы, обозначить планы на следующий год в рамках общей стратегии и общей транспортной системы, по сути дела, будущего союзного государства. Тематика, наверное, сообщений крайне актуальна, потому что мы говорим, это цифра. Это сейчас современно и для Российской Федерации. В данном случае есть и представительство российских докладов здесь по цифровизации в транспортной сфере. Мы делимся опытом, что-то мы берем у белорусских коллег, безусловно, что-то мы берем у коллег из других стран, которые также представлены на белорусской транспортной неделе. Ее, без сомнения, можно назвать международной. Безусловно, это контейнерные и контрейлерные перевозки, безусловно, это транзит, безусловно, это транзит через территорию Российской Федерации и Беларусь по маршруту Европа-Западный Китай и так далее. С 1 по 3 октября 13-я международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и логистика». Минск. Футбольный манеж.